Но ни скорая с дождя сейчас сюда не едет, ни такси сюда не едет, ничего. В ямах, выбоинах и колдобинах автомобилисты оставляют колеса, разбивают подвеску. Дорожный аттракцион почти всегда заканчивается ремонтом. Транспорт не ломается вот по такой дороге? Также рессоры, рулевые наконечники, все ломается. Конечно, каждые 2 месяца ремонтируют мне машину. Машину я вот недавно ходовочку перетрес, это засада, не дорога. Полностью резерв. Вот сколько здесь живу, уже 15-й год, и дороги здесь нету. Сколько вам обходится из-за такой дороги? Ну, в этот раз я обошел, мне 18 рублей, 18 тысяч. Страдают не только автомобилисты, но и пешеходы. Весной улица Майска превращается в один сплошной бассейн. Лужи, грязь, тротуаров нету, никаких обочин. Сюда машины едут, обливают, дети бегут, в школу идут. Так что такие пироги. Жители Новоалтайска с ужасом ждут потепления и десятилетиями просят власти отремонтировать разбитый переулок. А дети вот со школы и в школу идут вот по этим лужам. Очень опасно. И у нас же, во-первых, когда-то нам обещали сделать дорожки рядом. И так это, еще дети у меня уже учились в школе, у меня уже дети давно закончили школу. И все это до сих пор это самое. Улица Майская проходит по старинному микрорайону Новоалтайска-Чесноковки. Как удалось выяснить, проблемную улицу все-таки отремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Но лишь в следующем году. Жители просят чиновников перенести ремонт на этот год. Тем более, что у города нынче 80-летний юбилей. А история Новоалтайска берет свое начало с Чесноковки. Был присвоен статус города рабочему поселку Чесноковка в 1942 году. И только через 20 лет, в 1962 году 20 века, он был переименован в Новоалтайск. И считаю, чтобы администрация города сделала подарок для жителей Чесноковки в юбилейный год города Новоалтайска дорогу. Оказалось, сделать подарок к юбилею власти не могут. На это есть веские причины. Надо заниматься очень серьезно водоотведением. И водоотведением так, чтобы потом полотно дороги не разрушалось. Это связано с тем, что мы не могли включить данную улицу, скажем, предыдущие, там, 21-20 год, потому что она бы забрала практически весь объем финансирования на этот проект. В 23-м году капитальный ремонт улицы Майская будет флагманским проектом. На эти цели направят порядка 80 миллионов рублей. Помимо нового дорожного полотна, вдоль протяженной улицы, наконец, появятся тротуары. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.